Как зарегистрировать наименование места происхождения товара? Зарегистрировать наименование места происхождения товара можно через портал электронного правительства, либо через веб-сайт Национального института интеллектуальной собственности www.kaspatent.kz. Подать заявку можно самостоятельно через представителя или патентного поверенного. Необходимы следующие документы. Заявление – документ, подтверждающий оплату. Доверенность, если дело ведет представитель или патентный поверенный. Заключение местного исполнительного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, особые свойства, качество, репутация или другие характеристики которого главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами. Регистрация наименования места происхождения товара может занять до 9 месяцев. Услуга платная 1 МРП. Телефон для дополнительной информации 8 7172 74 96 60.